Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки. И уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Казалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, звонок звенит украдкой на душе моей из дома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечтала, всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по ребятам. Записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. А записки с голубками все летят. Я скучаю.
Это мои учителя. Да. Скажите, что вы знакомы. Субтитры сделал DimaTorzok.
Мои классы, ну, там меньше надо копировать. Я могу сказать, нет, к сожалению, никогда не говорю. У меня тоже, да. Посмотрела. 3.15. Здесь действительно не знаешь. Три. Раз. Правда? 26-я школа с Анной Фантас. Раз, два, еще раз. Молодцы, еще раз. Омута сама карабки. Пригласи всех сесть, они меня не слушают, я смотрю, только хотят одноклассников слушать. Пожалуйста, Конечно, боливийские породы. Ну, конечно, боливийские породы.
Вечер, дамы и господа, добро пожаловать в ресторан Лас-Вегас, где мы сегодня отмечаем встречу выпускников средней школы номер 26 города Самарканда, выпуск 85 года. Вот, наконец, счастливый день настал. Гостей света полон зал, под ваши бурные аплодисменты. Я хочу пригласить наших учеников зайти в зал. Итак, встречаем под ваши бурные аплодисменты. Акилов Борис, Аминова Дина, Аронова Мазаль, Аронова Элла. А мы аплодируем, а ученики занимают места за вашими праздничными столами или партами. Под ваши аплодисменты. Арандаев Марат, Балхиева Нелля, Исхакова Ади, Изагелова Лариса. Пожалуйста, Натанов Артур, Белосов Эмиль, Сосунова Рошель, Алмазова Белла. Заходим и аплодируем сами себе. И занимаем места, занимаем места. Пожалуйста. Поляев Давид, Кузава Илья. Поаплодировали и занимаем места согласно купленных билетов. Пожалуйста, все, самый дружный класс.
Итак, дамы и господа, прежде чем открыть наш торжественный вечер, я прошу почтить минутой молчания родителей и учителей, которые сегодня не среди нас. Пожалуйста, минута молчания. Прошу всех приподняться. Спасибо, прошу садиться. Итак, сейчас я хочу предоставить слово нашим уважаемым ученикам. Это Рошель и Эллочка, пожалуйста, ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие гости, одноклассники и наши многоуважаемые учителя. Сегодня мы собрались на наш общий праздник, встречу выпускников. Хотим поприветствовать наших дорогих учителей, чтобы всегда были в хорошем здравии и в ваших домах всегда царили счастье и любовь. Сегодня мы приветствуем наших гостей из Соединенных Штатов Америки, которые, несмотря на расстояние, приехали отпраздновать вместе с нами эту знаменательную дату. И также мы приветствуем ребят, которые не смогли приехать на наш праздник, но они с нами в наших сердцах. Мы хотим поблагодарить всех тех, кто принимал участие в организации вечера, потому что все, что было поручено, все выполнялось с большой ответственностью, с большой организованностью, и все это нас очень-очень сплотило. Нам очень хочется, чтобы эта встреча прошла в атмосфере веселых, теплых и радостных воспоминаний. В общем, так как я представляла этот вечер, так забудем же о нашем бремени. Лет прошедших, любимый мой класс, мы сейчас заблудились во времени и не ищут пусть близкие нас. От житейских проблем на каникулы, алый парус в душе развернув, мы, боясь, что нас не окликнули, мчимся в теплую детство страну. Где мечты сыплют яркими брызгами, где слепящие счастья лучи, где дурачимся с шумными визгами и теряем от дома ключи. Где записки с признанием первыми, в чувствах пылких смешны и милы, где мы добрыми были и верными, и ребячески душой светлы. Ну, поехали, ребята! Немножко зажигательной музыки. Давайте чуть-чуть потанцуем. Я ж вас собрал. В вашу честь, мои родные, этот тост, пусть сияет ваша радость выше звезд. Дай Бог жить вам без печали и тревог, пусть выйдут нам к счастью тысячи дорог. Не стесняйтесь жить открыто и светло, и дарить соседям дружбу и тепло. Час тревожный руку помощи подать, и друзьям ошибки прошлые прощать. Гневитесь, веселитесь каждый час. Мы живем на свете этом только раз. Удивляйтесь и влюбляйтесь без конца. И любовью оставить. Пожалуйста, можно поднять бокалы. Раз, два, за этот прекрасный класс. Дай Бог счастья вам. Просто класс. 5, 6, 7, 8. Улыбнитесь, очень просим. Пока в каске пьем за любовь. Раз, два, три, четыре, выше руки, плечи шире, дай Бог счастья вам вновь и вновь. 5, 6, 7, 8, улыбнитесь, очень просим. По-бухарски, по-кавказски, по-самаркански. Сейчас годы уплывают, как вода. Жизнь прекрасна, но ужасно коротка. Не видите, не скрывая чувств своих, полюбите, братья.
братьев меньших и больших. Пейте ласковое терпкое вино. Солнце в синих небесах для всех одно. И со мной пойте песенку мою. Обнимаю и целую и люблю. Торжество. В нашем зале присутствуют самые дорогие, уважаемые люди. Это учителя. Ваши бурные аплодисменты. Аминова Нина Михайловна, преподаватель английского языка. Абрамов Исаак Михайлович, преподаватель истории. Очень нужный предмет. И Данияров Михаил Соломонович, преподаватель узбекского языка. Ваши аплодисменты. И первое слово я хочу предоставить все-таки нашей уважаемой даме Аминова Нина Михайловна. Пожалуйста, ваши аплодисменты, переходящие в Авану. Пожалуйста. Можно с места. Так, родные мои, какие вы все-таки все красивые, а? Что у меня осталось в памяти? Самое главное, что ваши глаза, какие были детские, такие они и остались. Вот я на Пилосова смотрю абсолютно. Файляев Давид рот до ушей постоянно. Совка. Я не знаю, как она сидит на одном месте спокойно. Она обычно всегда везде первая. Правильно? И вообще я помню вас. Какие вы у меня были в агитбригаде. А ну-ка, девушки. Лучше вас вообще кто-то был? Девочки мои, нет. Защита профессии. Молодец. Все это мы с вами делали. Я всегда, везде горжусь вами. Самое главное, что мы вас вырастили такими хорошими, такими родными, не без помощи ваших родителей. Ваши родители – это наши правые и левые руки были. У вас был достойный пример дома и пряник, и кнут в школе. Да. Но я хочу вот что сказать. Вы все... От мала до велика вы знаете о том, что вас любят. С вами хотят видеться все учителя. Борис Ильич мне звонит и говорит: Нина Михайловна, я говорю, а вы небось там кайфуете с нашими детьми? Я говорю, кайфую, да. Ведь мы почти каждый месяц с кем-то встречаемся. Скоро приедут самый первый мой выпуск. Ханимов Рома, Шакаров Юзик, помните их? Вот этот выпуск Тома Ибрагимова, скоро приедут все. Это самый первый мой выпуск. А второй выпуск – это мой дом от. А мы вообще встречаемся каждые два месяца. Да. Вот. Я его исключила в восьмом классе своего дома от. Помните? Я его за дверь, а он в окно. Что делает? Хороший муж, прекрасный человек. Прекрасно живет с моей дочкой. У меня уже две правнучки. Да. Старая я, старая. У меня 14 внуков и две правнучки. Дай Бог, чтобы каждый из вас мог вот так вот встать и с гордостью сказать... А вы скажете обязательно, потому что вы наши воспитанники. Вы помните, Надежда Ивановна приходила и говорит: моих не трогай. Я говорю, как это не трогай? А с кем я буду работать? Моих не трогай. Она не любила, когда я вас с уроков снимала. Ох, что она мне творила. Втихую на меня. А ты сам не приходил. Вы знаете, если вы устанете меня слушать, остановите меня. Я хочу сказать вот что. Все учителя, все, когда еще не Арбекировна покойная была жива, она говорила: Нина, с кем встречаешься? Фамилии говори. Я ей говорила:
Жанну Аронову помнишь? Ой, конечно, помню. Ее сестру Эллу помнишь? Помню. Белла Талмасова, да. Софа. А как Софочка наша? Ну как, расскажи мне про нее. Она же все время тебя выставляла вперед. Я говорила, Софа высокая, Софу назад. Нет, вперед. Она слова никогда не забывает. Вперед ее, вперед. Да. Мы, я же говорю, гордость наша от того, что вы такие золотые дети. Поэтому вы хорошие мужья, вы хорошие жены. Вы думаете, так легко приехать из Америки сюда? Тяжело. Во-первых, очень дорого билеты стоят, а потом сейчас немножко сердце болит летать на самолетах. Правда? Но вы молодцы, что прилетели. Вы ничего не боитесь. Вы смелые, хорошие ребята. Вот отсюда делайте вывод, какие у вас прекрасные мужья. Мужья, мужья. Если муж скажет, не поедешь, куда ты поедешь? Не поедешь и не придешь сюда. Молитесь на своих мужей, молитесь. Ну, многие из них ученики 26-й школы, наши, мои. А многие из Бухары тоже мои. Мы с ним земляки, пожалуйста, на Матиев. Вот, я тоже родилась в Бухаре. Вы бухарские дети. Вы мои дети. Мы все учителя любили вас. И мы любим сейчас. И всегда будем помнить вас. Я принесла вот фотографию. Выпуск ваш, понимаете? Мы фотографировались. Мало вас там очень, мало. Но вы есть. Софа там, Эллочка. Софа Борухова там есть. Есть. Везде Анжела есть. Как это без Анжелы? Ну, меня удивил, конечно, Натанов. Артур. Да. Вы знаете, кто был самый умный в классе? Кто шел в одну ногу к медали золотой? Кровью и потом заработал ее. Но почему, почему, почему? Потому что я хотела, чтобы ты был профессором. Что? Профессор религии? Медицины тоже. Артур, ты можешь параллельно учиться. Конечно. Вы думаете, что? Я, например, вот пусть я уже в возрасте, я когда приехала, я пошла учиться и свой медицинский диплом утвердила. Поэтому 16 лет отработала медсестрой. Да? Успела. Когда успела и детей женила, все успела сделать. Одно не сделала. Не научилась водить машину. Но так хотела. Я одна в семье, которая не умеет водить машину. Все, даже внуки все водят, а я нет. Везет в машине, повезет в любви. Ладно. Так, родные мои, я хочу, чтобы самое главное, вы любили своих родителей и молились на них, на своих родителей. Пока ваши родители живы, у вас дерех эрес есть в семье, есть любовь, есть бытие положительное. И есть взаимопонимание. Сейчас я прошу налить бокалы и выпить за ваших родителей, родных родителей, чтобы они были всегда живы рядом с вами. А кого нет, память им вечная. Память, как нашим учителям, которых нет, вечная память им. Я вас всех очень люблю. Но на протяжении вечера я обязательно еще скажу. Хотите, о каждом в отдельности скажу. И даже вспомню, что вы там творили. Каждый в отдельности. Дойдем до этого, да, да. Ну все, ребятки. А сейчас отдыхайте, гуляйте. Петя, если ты в 16-м году не женишься, пеняй на себя. Такой родственник мне не нужен. Да, он родственник, он мой родственник. Yeah.
уже нет и ближе родительской любви. Как землю греет солнце лучами теплоты, так мы душой своей за все, что есть у нас, родители родные, благодарим мы вас за самых близких и родных. Поднимем этот тост за них, чтоб жили долго с нами и горя чтоб не знали, за вас, родители мои, за самых близких и родных. Родители мои. Родительское сердце любовью всех сине, нашу радость и боль сердцем примите вы. Спасибо, дорогие, любимые мои, за самых близких и родных. Поднимем этот тост за них, чтоб жили долго с нами и горя, чтоб не знали, за вас, родители мои, за самых близких и родных. Поднимем этот тост за них, чтоб жили долго с нами и горя, чтоб не знали, за вас, родители мои. Родители мои. Немножко зажигательной бухарской музыки.
видеостудия «Артур». Самая веселая публика. Видеостудия «Артур» под чутким руководством Артура. Фотография на память. Город-герой Самарканд. خانم جلوگر آفت جانم هلا پاش و گل بدن جنس جهانم ای خانم جلوگر آفت جانم هلا پاش و گل بدن جنس جهانم چون بدیدم روی تو عاشق شدم چون بدیدم روی تو عاشق شدم و تو دارد گل بی من جای خانم
Молодцы, молодцы. Поаплодировали сами себе. А мы продолжаем наше торжество. Сейчас будут еще поздравления. А потом мы будем танцевать все по вашему желанию. Пожалуйста, занимаем места за вашими праздничными столами. Спасибо большое. Спасибо, что остановились. Я хочу предоставить слово уважаемому учителю Данияру Михаилу Соломоновичу. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Говорим на узбекски. Ассаламу алейкум. Так, дорогие товарищи. Тишина. Вот люди говорят, что такое счастье. Спросили у мудреца, что такое счастье. Он сказал, счастье окончить 10 класс. Он смеял. Опять сказал, окончить институт, он опять смеялся. Он сказал, женишься, опять смеялся. Так что сколько сказал, все смеялись. Потом он сказал, что самое главное счастье – это улыбка. Вот поэтому я сегодня очень доволен. Очень я сегодня доволен чем? Так, как уже сказала Нина Михайловна, это наши плоды, наши урожаи. Люди говорят, зачем богатые, деньги есть. Для нас это ничего не стоит. Для нас это вы, наши плоды. Как видим, уже мы как будто помолодеем. Как видим, как будто мы уже совсем вспоминаем те года, времена. Вот поэтому сейчас я как раз, первое мое счастье, это было, когда мне Аронова звонила, сказала, что вот такой-такой день, у нас вечер, придет Нина Михайловна, придет Исаак Михайлович, еще один человек сказал, ну хай по болезни не пришел. Так что уже это моя радость была. Вот я сейчас, если мне сейчас, вот сейчас мне около 80 лет. Спасибо. Я сейчас вас видел, я себе считаю как 60, на 20 лет помоложе. Вот поэтому еще раз я вам поздравляю, будьте золотом к теперь камперживето, розоине кебрето, туе фарзандой врето, илой мягом. Соху саламат вошето, ну, мо, ама вах, аж мо хурсан гадим. Большое спасибо. Азиз дустар, амаларингизны, бүкінки кеча білян, бүкінки утриш білян, табрилайман, сіларгі ұзақ ғумыр, сақ саламатлик, бақ саудат, илоим, хама вақт. Бор бол чангизлару, мен сізларни көліп, дойм хурсан болай. И я хочу предоставить слово Абрам Исакович Исаак Михайлович, пожалуйста, ваши аплодисменты, Абрамов.
Уважаемые и дорогие, как говорил мой покойный учитель Давид Иляевич, когда мы встречаемся, мы поминаем свою молодость. Вы кончили в тот год, когда мне было уже 10 лет работы в этой школе. При виде вас я очень-очень многое вспомнил. Вот сижу с нашим товарищем. Мне очень радостно видеть вас, ваших супруг, членов вашей семьи. Очень многое вспоминается. Как действительно говорится, откроешь книгу, целый талмуд перед тобой открывается. Человек! Исхакова, еще слово и двойка. Первая пятерка, первая двойка. Если кто помнит. Уважаемые, человек, чело и век. Чело переводится это гнездо, а век это определенное время. Человек плоды своего времени. То, что вы видели в нашем квартале Востоке, конечно, больше уже никто не увидит. 3 года назад из университета Бен-Цви ко мне приехали, показали несколько фотографий богатых людей, то-то-то. Я говорю, его дом был там, его дом был там. Они говорят, а вы знаете, где была синагога? Такая. Я говорю, я, конечно, знаю. Поставил карту, говорю, это было там. Они говорят, а вы нам можете показать? Я говорю, вы знаете, я приехал, я не работал. У меня нога, здоровье. И я говорю, на дотации битахлюми. Они говорят, хорошо, мы это подумаем. Через день они мне звонят, готовьте свой паспорт. Приехали, взяли мой паспорт. Я 10 копеек, как говорят, 10 огород не расходовал. Через неделю машина. Я, как говорится, всем своим клиентам, где взял ничего, позвонил, говорю, извините, я еду на родину. Куда, Александр Михайлович? Папа, мама меня ждет, я хочу проведать родителей в Самарканде. И я поехал. 10 дней. Остановился я в начале улицы Восточной, жил один прокурор, Набираев. Он был очень хорошо в связи с Бухарскими. И у него дома гостиница. Ученые с нами, 4. И я поехал. Конечно, я прошелся, показал этот дом, синагогу, прошел туда. И я хожу, я как пьяный. Я думаю, вот сейчас дверь откроется, и кто-то скажет, «А, малим он дочи!» Никто не сказал. Все вышли, комитет он даст. Я был последний тот, кто был квартальный комитет в этой Махали Боло, Восток-1, и отдал свой печать и сказал, «Все». Евреев уже в Самарканде, оставшиеся. Все. Я проходил каждые ворота, смотрю. А когда я пришел на кладбище, конечно, по Тору, я поздоровался, прочитал свое, что надо было. Мы сделали там миньян. Ребята пришли из головы, оттуда. И потом они спрашивали, а что вы хотите сказать? Я говорю, спасибо той республике, которая была в республике. У нас была своя община, свой женский клуб, лидеры, свой хевра кадиша, свой духовные наставники, работники. Я вам скажу, жизнь жила, кипела, и мы выросли в этом котле. Спасибо вам. Это очень большое имеет значение для здоровья, первым долгом, что вы встречаетесь, что увидитесь. И вот каждого из вас, видя, я вспоминаю эту улицу, этот дом, это как. И я действительно был очень рад. В свое время я хотел написать фольклор бухарских евреев, и мне сказали, Исаак, если ты хочешь найти, да, маме гум бейнобаки, макни хистол мусак жомайовам. Нес, и на уфтанки, я гав за нам, куда шас, кей, Исаака мадарусаш. Хай, битьяй Натан, битьяй Елизер. Я пришел, эта старушка села, и она стала петь, и я стал записывать. А когда мне надо было написать за упокой души, что там, я пришел, хонибах малапа, апа, шумая очередь, он намеханая.
Шмой холотом на михоне. А кио гстеги? Опять море. А мне як-то поле к черебу. Ау. Духтеля аурахим и к чере. А мое бачеш, а боли дарахал тото мурт. Я или балхим, мана дасама гифта рав. Ма хамон ба баншица, простая баншица. Яка халка авоз, садоме тя, садоме. Ме бе авозаш. Хами одам холям хас, набуду як боли, набуду ту, орюдом еш, не? Пирак чудеги, леке авозаш, амо авоз. Газал, амо газал. Я в очи видел наших знаменитых артистов, которые жили в нашей квартал Восток, первый номер, Гарим Локан. Действительно, он был друг моего деда. Я видел Исраэль Толмас, это наши соседи просто друг против друга. Я видел многих исторических людей, Гаврил Бово, Толмасов, или Михаил Толмас, или другие. Я часто поминаю людей, которые были действительно среди народа. Самая большая школа – это народ, он учит. Великий Цицерон говорил, если вы не хотите ошибаться, не повторяйте ошибки других. Одомизот Харгавдора. Просто надо простить, надо уступить. Держите субботнюю свечу. А кто зажигает? Женщина. Держите шалом бабай. А что значит шалом бабай? Когда в байте есть бал. Это не бал, бапеши балам штей. Нет, это человек. Человек, который все слушает. Но потом скажет последнее слово. Это отец. Беваге набинетом. Шкаса набинетом. Аяды гири хузур кунетом. Давроны дживонетом на хузур кунетом. Повар кунетом. Ман оле хозер борик джана дидам пешбя. Рахмат куна. Тои хами одамба. Михаили Толмас. Гаврил Богу. Исраэль Толмас. Не, Исраэль не. Все уже гузали. Але тои да дедба. Хами тамора гифта омада, бачая гифта омада. Хами одама илуши акил бау акун ота. Ами имтияджа хондиган. Арами киса тои жана гузарондаги Михаил Толмас. Той или шакида. Ахун дамшин. Бат сол гузаш сар зайдан. Юли Борисовна, я бурде как келинчак. Будуни хавли, я хавли одамши. Все с высшим образованием. Рахмат куна илой кам тёть Тамара. Тёть Тамара Акилова. Она окончила красный диплом СамГУ. Иностранный факультет. Нет, Самарканди. Кроме этого, она была одной из отличнейших учителей иностранного языка. Тетя Хана, это старшая дочь, тоже с высшим образованием. Она пришла в детсад, шестой номер, уже директором назначенный. Но борьба за место стала, сдали одной татарке, и она была только, она моя воспитательница. Она меня воспитала. Я хочу сказать, как знал математику, разбирался в заемах, разбирался в этих, как говорится, номерах, наизусть. Люди не зря знали цену. Это был Пинхас Ака. Я у него очень много и Тора научился. Один день прохожу, он говорит, Исаак, подгорный доно. И бибало, так и нам говорю, ну-ка, ибо. Чего мы говорим, ба? И качи мне говорим, эбе, мага мура, хати майда эмме хонам, о хона. Эбе, хай гави сиосад на бар. А ты кеша гой. Амин, кти, рахматун, я шаким, а гору хокшон гардам. Через год, шир ба шир, Рубина зайдам. Уже дяде Рубин ба о гузаштам. Номаша Рубин мондам. Элю шака, действительно, всех их чествовал. Хами кошона. Худа хами кса барахока, хами ктрасор ба Америка пахар, я габа. Аврохо действительно хас. Аврохо действительно резов шудан. Не будаги габа, хафтат сол пеш, ромдарафтаги, 32-й год. Омаде Самарканд. Гирьон, ма мехом дадима бинам. Чан сол буде, бо. Ама габ,
یکونیم سال بودم گفت آنین به بعلش گفته من رفت اوهان کتیگو ما اسرائیل رفتیم خیلی بید بودم هم تو بیدم که این کس حلاق مونده همین یوسف اران کتارشان دونی سونکه سونکه با دوتا سیتا مایکه عرق کدین سب دیگه کدن الوشکه هم خیلی هم منه کباخانه میبرید نبردگی هرچی انا همین کس که دست ریچه بید هم تو نگوش ما کی که شو بید و کارتا تیکه بود نیک سیتا چرا یادا سلفا کن نه کنال باشه پلا بید رفتیم باور نمیکنه تا هم تو نشانده این مرد که خودش پرتاب پرتاب گیریان دادا جان بوده ایمو 72 اون پریخو سمرکان چری 70 لیت من گران موندم که چخیل این آدم و میانی کب گشته 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 همین ای پریتوم اون بود ترگوه ربوتنیک اونیو بود سوی میست سوی مغازین پا درگوه и в этом доме действительно говорится такое слово. Если женщина хочет быть королевой, она должна создать короля. Так что я желаю, чтобы у вас в семье было всегда взаимопонимание, уступка, мир в доме. Я был счастлив, чем... Я скажу. За всю жизнь педагогическую деятельность Исаака Михайловича сегодня был первый, единственный урок с гробовой тишиной. Это правильно. О! Оказывается, я человек Бориса Ильича. Правильно заметили. Но мы всегда на его уроках сидели тихо. Особенно Белла знает. Он вам четвертый ставил. Дорогие друзья, мы сегодня хотели пригласить еще одного нашего преподавателя, Алишаева Михаила Юсуповича, но он приболел и не смог. Вы очень правы. Да. Алишаев Михаил Юсупович преподавал у нас начальную военную подготовку. И мы хотели его пригласить, но я позвонил его дочери, она сказала, что он плохо себя чувствует и поэтому не может присутствовать на нашем вечере. Но для Михаила Юсуповича мы приготовили... Минуточку внимания, пожалуйста. Альберт. Мы приготовили для него стихотворение. И как офицер офицеру, я ему хочу... преподнести почести и сказать в стихотворной форме. Сколько весен уже пролетело, лет нам этих уже не вернуть, а для вас основным было дело день за днем нам указывать путь. Все азы строевой подготовки и калашников быстро собрать, офицерской учили сноровки, смелость духа всегда уважать. Пусть ваш дом не заглянет несчастье и болезни дорог не найдут, мы желаем здоровья и счастья и спасибо за доблестный труд. У нас есть ученик, который хочет сказать пару слов. Это Боря Акилов. Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Боря, выходи с рюмкой сразу. А, уже... Дорогие друзья, дорогие застольники, дорогие братья, я вас могу назвать как хочу, потому что мы с вами выросли, мы с вами из одной махали, мы с вами делали одинаковые ошибки,
мы получали одинаковые оценки, мы с вами выросли, мы краснели с вами вместе одинаково. Больше всего я у нас в классе. Анжела, правильно я говорю? Честно сказать, я всего лишь краснел два раза, а остальные я притворялся. Большое спасибо нашим учителям. Нина Михайловна, Амнух Асаевич, Михаил Юсупович, Исаак Михайлович, Михаил Соломонович. Всем учителям огромное спасибо за то, что вы терпели тоже. Выпустили нас таких, какие мы есть. Действительно, наша махаля – это был большой детский сад, в котором все делилось по группам. Взрослые, дети, у нас были свои садики, как мы говорим иногда шутя, запчасти. Никто из детей, митапеле, таких вещей у нас не было, бебиситеры все. Пришел со школы, сумку бросил на улицу, это был большой детский сад. Каждый учитель знал твоего отца и знал твою мать, и также они иногда учились вместе, иногда даже преподавали нашим родителям. Каждый из ребят иногда был родственник друг другу. И заметьте как, когда мы начали учиться, нас было 42 человека. Потом первый выезд, все наши уехали, половина ребят, Арамбаев Марат, Юлдашев Бахтиор, Пак Игорь, Симхаев Арон, Пак Игорь Медони, я немножко помню его, да. Пак Игорь. Вот так первая алия уехала, в конечном итоге нас осталось 9 мальчиков и 18 девочек. Хари Актебача, Дуте Дильбардош Дорсак. И вот в нашем классе... Я новый человек, Пак Игорь, твою сумку зацел и тебя вместе зацел. Иногда да. Анамин, и вот вы знаете, в нашем классе учились все ребята, которые мыслили тоже иногда одинаково. Как сказала покойная Надежда Ивановна, она сказала... Ребята, что вы за дети? Вас как будто всех одна мать родила. Действительно, вот, например, мы делали как-то вещи, которые вот действительно вот похожи были друг на друга. Вот, например, сегодня Рошель читал стих. Сегодня, как я видел эту программу, я тоже буду какой-то стих читать. И вот я сейчас сижу и думаю, как его читать? Как читала Борохова Софа, у лукоморья дуб зеленый и золотая цепь на зубе том. Или как я сам читал, у лукоморья дуб зеленый, а почему мне 4, а ты не сказал, как Софа? Понимаете? Вот был такой момент. Бабат Кашберу Мебрам Софа, а мим бы тудар корбу, а боли ту чор грифтам. Аминь, гавай медбу. И вот наш класс, это как маленькое государство, и в этом я убедился недавно. Дай Бог здоровья Соснову, Рошелю и Ароновой Эли. Я специально вышел, чтобы это сказать. Надо. И еще знаете как? Стоя. Но сейчас не вставайте вообще. Надо стоя. Почему? Каждая идеальность это в простом. Как Рошель додумался из нашего всего класса сделать на WhatsApp одну группу, я каждый день видел наших ребят. Даже один раз у меня был такой момент, я рано утром встал, но наш класс, мы на WhatsApp как одно государство, у нас есть свои... Веселые люди, у нас есть свое НКВД, у нас есть свои декабристы, джанганозы, как все. И сейчас я объясню, почему я это говорю. Я очень ждал этого момента. Но иногда каждый человек мыслит по-своему. Иногда бывает, ты хочешь отправить какое-то сообщение,
Но ты это иногда бывает, что ты копируешь это сообщение. Иногда бывают такие люди, которые могут дочитать. А иногда некоторые, которые до середины доходят. Блин, зачем это мне? Наша НКВД, Катя отправила декабристами сделала. Через 3 часа Неля пишет. Послушай, Неля пишет что-то про маму. Она пишет, кто маму любит, туда-сюда. Рошель. Немножко у него математический склад ума, много объяснять не надо. Он пишет обратно. Не в русском алфавите. Посмотрите на кейборде. И Г рядом стоят. Слушай. Он пишет ей. Геля, бля. Он пишет Геля. Знаешь почему? Он злости промазал. Геля. Мы все свои мамы любим. Не бросай мусор на это. Я это прочитал когда. Слушай. Я это прочитал. Не, он второй нет. Я это прочитал, я поставил телефон на стол рано утром и смеюсь. Дора открывает глаза, бахалам ойлеке машамол хордим. Самодян не знает, бля. Вчера утром, как я говорил, нас всех родила как будто одна мама. Мне звонит Марат Арамбаев. Позавчера... Хай, Мурод. Мурод Арамбаев мне звонит рано утром. Мы все шутим и думаем одинаково. Когда он с нами учился, он был самый высокий мальчик в нашем классе. Теперь он меня спрашивает. Боря, ага, я Мамелех Рафт. Боря Акилов, Нахзи. Он как в армии, фамилия, имя. Боря Акилов, Нахзи. Я говорю, Нахз, это мой первый друг. Я говорю, Манас, кик ты амсугашти? Аму Ямамеле. Я говорю, хозер пешима Фузайлов Илюша, бачо бадмебион. Фузайлов Илюша ке? Я говорю, Фузайлов Илюша, ами был фамон судим, Авром комитет, будак, туда-сюда. Он же самый большой был. А все остальные были маленькие, он что говорит? Ами бе самом суде, ами як-то майдача тохта мегаш. Если не слушай. Если это перевести на русский язык, это будет... А был один, болтался между ногами. Теперь слушай. Я это послушал. Стою в проходе возле лифта в гостинице. Убрал телефон и смеюсь. Люди думали, что у меня крыша поехала, поверь мне. Я стою и не знаю, что делать, чтобы мне было неудобно. Я стою, держу телефон. Действительно, вот так вот. Вот, и знаете, вот действительно, мне очень вот жалко, но знаете, время, самое дорогое в жизни – это время. Вот когда мы сюда пришли, это уже не вернешь, история. Худор Ахматкуна, Надежда Ивановна. Действительно, Надежда Ивановна – это наша классная руководительница. Это добрейший человек. В жизни есть два типа людей, которые могут сказать… Нет. Ну, действительно, вот учитель должен вести все. У учителя должно быть все правильно. Не может быть неправильно. Почему? А это зависит будущее детей. И вот Надежда Ивановна была такой человек, которая могла сказать иногда «Хай майляш». Вот это вот у нее было. И вот она действительно много нервов потратила на наше воспитание, а на мое, Ильям Базан, это, каждому учителю, который, у учителя работа, вот у меня два брата учителя, у учителя работа, это не тот человек, который думает о своих финансах, учителем надо родиться, учителем надо быть, учитель это тот человек, который хочет отдать свое кому-то. Это точно. Пульба Корнодора и Майнисарба Вайне. Я вот, например, могу... Дайте я вам расскажу пару эпизодов. Из нашего класса... Что, Амапурси так долго не будет? Рошель Джон Гавзанамай, Ляш. Да.
Окей. О, бачу, НКВД, ма разрешенник там. Джанканоза. Я... Хорошо. У нас... Я расскажу один момент из Михаила Соломоновича в классе. Быстро. Я сейчас это вспомнил. У нас в классе знали узбекский язык три человека. Михаил Соломонович, Петя и я. Остальные никто узбекский язык не знали. Михаил Соломонович, он учился и учитель. Петя жил в Чилеке, у него выхода не было. Берун брой узбек. А я, потому что я продавал мороженое, и я научился узбекскому языку там. Один день все пишут изложение, и я немножко не дописал его. Михаил Соломонович, он показывал три вот так. Байснас малим, чтобы каждый был раздельно. Акилов. И я ему на узбекском языке говорю, малим. Узбекчане, мен биламан, сиз биласиз. Мен сиз билан каплашаман, еш ким билмайди. Нима учун менге уч коябсиз? Малим, сиз йозмайсиз, ты не пишешь. А потом чуть позже, смотрю в тетради, он поставил 4. Наши все учителя отличались добротой. Амин. Магава калта кунам, потому что эле сигнал до дома. Илоим хамотон бехам шеветон. Я... Всю жизнь в школе, ну не всю жизнь, я всю жизнь работал фотографом, когда был там. Сейчас я, моя жена и моя дочка, мы сделали альбом. Каждому человеку, кто в нашем классе учился, и учителям. В этом альбоме, ну потому что я как чистый бухарский еврей, я все делаю в последнюю минуту, я успел собрать 130 фотографий, хотя у меня несколько коробок. Этот альбом, сейчас я... Пройду, раздам каждому человеку, кто здесь есть. Пожалуйста, альбом здесь не открывайте, потому что это испортили, потом дам. Чтобы не испортил план Эллы и Рошеля. Потом, да. В этом альбоме вы увидите сами себя с детских лет. Тумана Куршеви Гусоди Мебини. Вот так стоишь. Вот эти все альбомы вы посмотрите. Желаю вам удачи, спасибо за внимание и извините меня, если я много говорил.